Вы на канале Андрея Сэмова. Всем рекомендую очень посмотреть этот канал, ролик. Как говорится, для запуска снимаю уже после всего эксперимента. Эксперимент вас реально удивит. Так что смотрим видео до конца. Ставим лайк, если понравилось. Подписываемся на канал. Ну и вперед в наш ролик. Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Андрея Сэмова. Решил заснять ролик про турбодрожжи, вот эти вот 48 Universal от производителя Bragman. Ну, будем пользоваться, конечно, не вот этими всеми. Это я как бы для такой красивой заставочки. В общем, наши действия. Хочу сделать по максимуму для них серьезный такой эксперимент. Видел ролики, делали, что у людей получилось. Мне тоже стало интересно. В общем, на одну пачку дрожжей будем делать нашу брагу. Получается, у нас здесь рекомендую 9 килограмм максимум. А мы будем делать вот на одну пачку 15 килограмм. Вот 15 килограмм сахара. И на вторую пачку 15. Почему две пачки? Ну, просто у меня объем такой, как бы можно сразу две использовать. Поэтому у нас получается 30 килограмм сахара, две пачки дрожжей от Bragman. И получается по 45-90 литров воды. Сейчас это все освобождаем в емкость. Заливаем водичкой 35 градусов. Ну, 30-35-30 я обычно заливаю. И туда засыпаем вот эти замечательные дрожжи. И посмотрим, по какому времени и за сколько они сбродят. И какой будет по итогу выход. Все, поехали. Так, дорогие друзья, в общем, вот высыпал весь сахар, снимать это не стал. Ну, сами видите, бочка 120 литров, вот, четверть бочки. То есть, никакого урания не вижу смысла урать. Это чистый эксперимент. Сейчас наливаем воду, все это миксером сейчас размешаем, и все, и вносим дрожжи. Так, ну что, ребят, налили маленько воды. Вот так вот все это выглядит. Вот, видите, там сахар. Вот я, у меня шуруповерт, вот такой венчик строительный. Но он у меня чисто для моих вот этих целей. Мешать брагу. Вот. Сейчас, в общем, вот так вот все. Вот таким образом. Все размешиваю. Вот так у меня все забурлило. Добавляю еще воды, естественно. У нас по нашим пропорциям получается 90 литров воды, остальное сахар и дрожжи. Все догоняем до наших пропорций. Засыпаем вот эти дрожжи. Закрываем. И все это начинает у нас бродить. Все, естественно, потом по протяженности времени, как все, что будет начинаться, сколько это все будет делаться, естественно, буду снимать в процессе. Так, ну все, налили водички. У нас здесь 30 градусов для внесения дрожжей. Ну, все уже, я думаю, в большинстве знают то, что до 35 градусов у нас должна быть состояние сусла нашего, так называемого. Ну, открываем дрожжи. И я просто вот так вот рассыпаю. Никаких тут премудростей нету абсолютно. Две пачки
Напоминаю еще раз, у нас получилось гидромодуль 1 к 3, 15 килограмм сахара и получается 45 литров воды на пачку. На пачку. На две пачки получилось 90 литров воды и 30 килограмм сахара. И две пачки вот таких дрочей турбо. На них написано максимальное количество, можно сбраживать 9 килограмм. Мы им делаем гидромодуль 1 к 3. И то есть получается соотношение на одну пачку 15 килограмм сахара. И посмотрим, за сколько у нас это все дело сбродит. Все. Так, ну все. Все залили, все засыпали, все поставили. Я оставлю всегда. Мне нравится наблюдать за гидрозатвором. Понятно, что он нахрен не нужен при сахарной враге. Заразить ее вообще как бы, ну, невозможно, мне кажется. Как у меня друг не скажет, можете взять этот гидрозатвор и засунуть себе в жопу. Но я ставлю для красоты. Мне больше нравится и меньше запаха в кухне. Кухня у меня маленькая, поэтому я ставлю. Ну, у меня обычно вывод вообще на улицу. У нас получается вот 23-28, четверг, 10 ноября у нас. Мы поставили брагу. Ну, это для учета, как бы, чтобы знать, когда поставили, за сколько у нас она в ноль сбродит. Наш гидрозатвор вы уже знаете. Все, ждем. Я думаю, что утром она уже заведется. Она у меня стоит вот у батареи. Обогревателя включать не буду. Все выключено. То есть, то у меня нормальная температура, как бы вполне приемлемая для брожения. Посмотрим, за сколько сбродит. Будут какие-то остаточные. Просто воду уже доливать некуда. Гидрозатвор увеличивать тоже некуда. В общем, посмотрим. Так, ребят, делаем первый перегон. Сейчас посмотрим, сколько у нас получится. Расчет дам. Сейчас чуть позже, когда перегоню все, напишу, сколько получилось по соотношению сахар. Ну и перегон. Так, ну какие у нас итоги получились? Где-то в районе 50 литров у меня получилось спирта сердца. Вот я посчитал, сколько получается абсолютного спирта. По выходу у нас получается 50 литров спирта сердца, 18 литров, ну почти 19 литров чистого спирта. То есть бродила у меня бочка 7-8 дней примерно. Получился гидрозатвор 30 килограмм сахара, 2 пачки дрожжей 48 Universal и 4 литра на килограмм сахара. Так что получилось, я даже считаю, очень даже выгодно. Хотя на пачке было написано 9 килограмм на пачку, я засыпал 15 килограмм на пачку. Вот считайте, ребят. Всем, кому понравилось видео, ставим лайк, пишем комментарии. Скоро на канале будет розыгрыш на 1000 подписчиков афганского казана. Так что пишем, не стесняемся. И всем пока, всем здоровья, всем удачи.